Доброе утро, мои дорогие подписчики и случайные зрители, которые зашли на мой канал. Сегодня я начинаю новый проект. Это заказ от Ларисы. Нужно сделать сатуар длинный с галстучком внизу. И мы с ней договорились, что он будет сине-красный. Дама, она яркая, ей пойдет. Вот. Тут будут в основном камни. У меня вот кораллы есть и всякие другие. И хочу я еще добавить к этому вот это вот стекло красно-синее. Ну что ж, вот я начну, а процесс я вам покажу. И что получится. Я еще сама пока не знаю. Ну что же, галстучек я собрала. Камушки, фурнитуру. Присоединила вот к такому элементу. И теперь начну собирать само украшение. Посмотрим, что дальше получится. По одному элементу, конечно, сложно судить. Ой, ну что же. Начинается потихонечку выстраиваться украшение. Вот это вот, ой, вот это губчатый коралл. Ну, давай как-нибудь фокусируйся, пожалуйста. Вот, губчатый коралл. Тут, в общем, получается, что украшение будет сердечное. Потому что у меня вот сердечко, вот сердечко. Ну, я, правда, с сердцем отношусь к этой женщине, поэтому вот стараюсь сделать вот так. Оно будет длинное. Вот даже присутствуют от сглаза бусинки, потому что я ей желаю только хорошего в жизни. А так разные камни. Вот агат. Вот тоже агат, вена дракона. Вот тоже вена дракона. Вот камень. Не знаю, как он называется. Вот. Вот это вырезано из коралла. Вот это тоже. Ну, в общем, короче говоря, гавлит. Ой, ну, посмотрим, что получится дальше. Делаю я всегда только с хорошим настроением. Если у меня нет настроения, я даже не берусь. А когда есть настроение, когда делаешь приятному для тебя человеку, то прям как-то получается. Украшение двигается потихонечку, работа. Единственное, что вот по просьбе заказчицы я поменяла... Вот этот коннектор гладкий на такой ребристый. И убрала бусины от сглаза. Потому что Лариса мне их прислала. Я думала, ей нравится. Поэтому... А оказалось, что она мне их просто прислала, потому что они у нее дома лежат, не нужны. Вот, поэтому я их убрала. Вот, ну, потихонечку двигается. Ну что, вот такая красота у меня получается. Ой, чего тут, девчонки, только нету. Все, подняла все свои богачества. Все тут, и агаты, и кораллы, и, господи, и стекло хорошее, и... Не знаю, это ж вот что за камень, садолит, что ли? Уже и не помню. В общем, все тут есть.
Ну ладно, еще часок, наверное, и закончу, покажу вам. Так, ну что, вот делаются вот такие элементики. Загибаются колечки. И соединяется это все. Тут самое главное в таких украшениях разнообразие. Чем больше разных элементов, тем интереснее они смотрятся. Так, теперь что нам надо? Возьмем еще вот такую. Колечки должны быть, вот как вам объяснить, если это с одной стороны горизонтально колечко, то с другой стороны должно быть вертикально, чтобы это все не перекручивалось. Вот надо кусачки новые покупать, уже не кусают ничего. Так. Вот так потихонечку, потихонечку и собирается украшение. Да, кстати, шапочки на бусины я специально не стала одевать. Здесь очень много фурнитуры, и это получится просто один металл. Где-то добавляю шапочки, а где-то вот в этот раз мне показалось, что оно и так интересно будет смотреться вот без этого количества шапочек. Так, ну что ж, потихонечку, потихонечку дело продвигается. Ну что ж, мои дорогие, украшение доделано. Получилось яркое. Здесь у меня вот такая корона с красным камушком внутри. Вот. Можно и покороче. Длиной оно 1,30 м, что-то с лишним даже. Оно вот так вот может быть. Много разных камней, стекла. Работа проведена хорошая. Если заказчица захочет, я сделаю еще и серьги такие. Хотя, в общем-то, оно и так очень яркое. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Подписывайтесь, смотрите и будем вместе творить красоту. А еще я сегодня сделала вот такие серьги. Вот захотелось прям чего-то солнечного, яркого, весеннего. Такие получились серьги. Вот внизу, ой, вот внизу тут у меня вот над этим камушком темненьким колечки одеты, видите? Маленькие такие. Ну, такой еще элементик, скажем так. Вот. Так как швенза с темными, не знаю, что это,
с кристалликами, с темными. И я внизу сделала вот такой, подвесила тоже темненький камушек. На мой взгляд, очень симпатичные серьги получились. Девочки мои дорогие, кто смотрел распаковку по ссылке от Ларисы, видели вот такие украшения. Но я подумала и взяла немножко одно, переделала. Во-первых, не все любят цепочку на шее. Во-вторых, очень уж коротенькая, 45 сантиметров, а шейки-то у нас в основном уже не лебяжьи. Ну, согласитесь. У меня, например, 47 сантиметров шеи. Вот, и я взяла и немножко переделала. Вот сейчас вам покажу. Вот что у меня получилось. Теперь оно стало 55 сантиметров. Но на обычной шее оно будет где-то вот так. Вот что у меня получилось. Я взяла, у меня имитация жемчуга была хорошая, стеклянная. Вот, и добавила сюда. Вот, жду ваших комментариев. Я вот думаю, а может вообще сделать длинное, чтобы еще ряд вот здесь был. Но я боюсь, что это уже перебор будет. Но я так люблю длинные украшения, что у меня прям руки чешутся, хочется сделать длинное. Ну, наверное, будет лишнее, да? Напишите мне, девочки, как вы считаете. А то я уже хотела убрать вот эти кольца. Ну вот, не знаю. И вообще напишите, лучше так стало или нет? Может быть, просто удлинить цепочку немножко? В общем, я сделать сделала, а вся в раздумьях. Ну и на этом я с вами прощаюсь. До следующего видео. Пока-пока, мои дорогие. Always move when the tide is low.